Ну, Алма-Ата – это, конечно, мой город и моей мамы, и моего деда. Я даже помню улицу, на которой родился, это Крепостная, 10, вот такой дом был. Той крепости, которую описал еще Фурманов в «Мятеже». Город моего детства, то есть это были счастливые времена для меня, безусловно, голодные, но счастливые. И карточки вручали мне, и я в 6 утра стоял в очереди за хлебом. И мы дожидались очереди, получали этот хлеб по 300 грамм на каждого. Это в основном дети стояли все, 6, 7, 8, 9, 10 лет. И не было случая, чтобы у кого-то из них отняли эти карточки и этот хлеб. Вот такое благородство тогда, такая честность определенная и сочувствие друг к другу, оно в этом городе было всегда тогда. Еще однажды я видел Алма-Ату, всю Алма-Ату в таком настроении, ликующую, танцующую, поющую, пляшущую, плачущую. 12 апреля 61 года, когда Гагарин взлетел. Этот день тоже был такой же замечательный, как 9 мая 45 года. И это я помню, я видел это, участвовал в этом. Так что есть у нас определенные даты, которые не забываются, общественные даты. В эти дни, вот в такие дни люди становятся народом, единой нацией, человечеством, скажем так. В дни общей радости, общей победы, общего торжества. И я желаю, я бы хотел, чтобы почаще были в нашей истории вот такие объединяющие радостные дни.